Пошла запись. Мона, глянь, пожалуйста, что такое на тонком плане модные сейчас, последние лет, не знаю, 20, особенно, пирсинг и татуировки. Вот когда молодая девушка прокалывает себе что-нибудь, допустим, пупок, а потом все остальное, где увидишь. Сейчас. Просто молодая девушка, просто какой-нибудь салон, неважно где, прокалывает себе пупок, делает пирсинг. Да, вижу. Что происходит на тонком плане? Энергетика, психология, сам. Ну, во-первых, это идет прокол на энергетике. Это как скобка, как сжимает что-то. Вот, если мы сейчас смотрим на пупок, да, вот ей человек прокалывает пупок. Это идет как... Ну, допустим, в виде кольца там бывают кольца такие. Это как скоба замыкания или что? Что это происходит с энергетикой? Это идет и скоба замыкания, и в то же время это идет проникновение вместе с болью. Это добавляет энергии, либо забирает? Ну, этой девочке, которая делает, допустим, это у нее, во-первых, забирает, а во-вторых, добавляет как не то, что код какой-то, это идет как вот, именно да, как код. Вот как женщина спит с мужчиной, это идет кодировка. Вот таким же образом и здесь, я вижу, идет немножко, как прокалывает. Но здесь небольшой такой вред, скажем так, просто боль. Просто девочка открывается на боль, женщина открывается на боль, идет прокол ее энергосферы. То есть она позволяет терпеть она... боль, то есть позволяет этой боли произойти и позволяет тому, кто это делает, условно проколоть себя. То есть, ну, по сути, это как секс, только на более глубоком уровне. Правильно понимать? Ну, примерно да. А связь вот с этим, кто прокалывает, устанавливается? Прокол, боль, может, какие-то аналогии там с лишением девственности, передача информации, что-то. Передача информации, да, устанавливается. Угу. Как любой прокол, как любой, кто нарушает вот целостность энергосферы, скажем так. Угу. Здесь идет и нарушение, и в физическом плане нарушение идет, оно отражается, конечно же, как негативно. Идет как запись чужеродной энергии, как впихивается чужеродная энергия в тело человека вместе с этой скобой. И эта скоба действует таким образом, или кольцо, неважно, что-то, что скукоживает, что-то, что сжимает, что-то, что перекрывает энергопоток, какой-то как меридиан один берет и пережимает. Вот мы сейчас смотрим на тот, который находится на пупке. Это, скажем так, если это мы сейчас рассматриваем молодую девочку, это идет вот... Там проекция же женских органов, вот, ну, репродуктивных, женской, да. Женской жизни, это матка, да, против да, матки, да. На эфирке, на матке все это происходит. Как да. Это влияет? Ну, это идет как вот сжимается, кольцо надевается или скоба надевается на женскую энергетику. И если брать, что это в основном делают молодые девочки, которых, скажем так, эта система должна работать более чисто, без каких-либо скобок, то здесь идет именно нарушение работы женской энергии половой. И вот эти вот, если еще взять, что это какой-то металл, это идет как чужеродное внедрение, это не то, что имплант, но что-то подобное идет, как при... Примеси какие-то чужеродные, не только человеческая энергия, но что-то вот, что чужеродное, что не должно там быть. Любое железо, оно поглощает, скажем так, биоэнергию, энергию, неважно. Это, да. А смотри, а если на других местах прокол, там, в носу, в ухе? Ну, давай какой-нибудь посмотрим, давай нос посмотрим. Это восприятие жизни, это восприятие энергии, это идет нос, это идет орган, который отвечает за обоняние на эфирном плане. Это видно, что идет считывание энергии, получение энергии, восприятие или невосприятие, хорошее, плохое, должен быть как фильтр какой-то, знаешь, чтобы отследить, что плохое, что хорошее. Как вроде человек запах должен чувствовать. Ну, нюхать, это нос по ветру, да, да, выбор вариантов. Вот, да, выбор вариантов, да.
И она не все варианты может первое унюхать, учувствовать, да, получается? Это получается, что идет искажение за счет того, что это какой-то металл, и это идет искажение за счет того, что обратно же скобка надевается. Любая скобка — это то, что связывает, сжимает все, что направляет не по тому, скажем так, вектору, который должен быть изначально, или тот, который предпочтительнее. Это как отсекает. Вот знаешь, вот так вот если одеть, и вот какая-то часть, она становится... Левую половину меньше. Да, да, да. Левая — да. Это женская, то есть женская, да, позиция меньше. Ну или... Мужиков либо наоборот, блокирует, да. Блокирует, получается, кольцо, да? Угу. А если на ухе где-то там? Пирсинг смотрим на ухе, да? Угу. Ну вот, если верхняя часть, там где вот этот такой кантик, да? Ободок, скажем так. Ободок, скажем так. Ну да, я вижу это как проекция, знаешь, чакр. Ну, вообще-то в суджок, как позвоночник. На ладошке, да, это точки внутренних органов, а вот ухо отвечает тоже за проекцию тела, но на другом уровне, на энергетическом. А вот как раз-таки ободок – это проекция позвоночника, верно? Да, это позвоночники, это идут точки, которые отвечают, ну, на позвоночнике, вот как. Где проколол, то ты себе и повредил, скажем так. Не то, что повредил, но прокол сделал, да. Энергетический, ну, пробой, да, это как потеря энергии, это как утечка энергии, это как то, что позволяет внедряться, и обратно же туда ставится имплант. Это по обратно сути, же, да, идет наслоение чужеродной энергии, какой-то железка там или что это ставится, это все равно идет как изменение, добавление в женскую энергетику чего-то чужеродного, то, что влияет, перекрывает и мешает. Не знаю, так вижу. Есть разница, кольцо либо просто что-то? Или скобка, или кольцо? Угу. Ну, в принципе, и то плохо. Какая-то разница есть. Это если кольцо, это больше закольцованная энергия, вообще нет выхода. Если просто скобка, это сжимает. Но, в принципе, что в лоб, что в полбу. А если золото, то есть как бы... Золото более инертный металл, там меньше примесей. Если обычно я говорю, что это вот, да, вот да, и там просто меньше примесей, как вот железо чувствуется или какой-то другой металл, он чувствуется вот как запах чего-то тянет, да. А золото, оно вот не видно такого взаимодействия. Это просто прокол, это просто вот пробитие, но без примеси металла. Или минимальная примесь. По крайней мере, да. Все равно какая-то есть примесь. Тянуть вниз не будет. Меньше, по крайней мере, на железо, потому что тянет вниз на уровне вибрации. Да. Как я вижу. Так, ладно. Татуировочки. Любимые наши. Что такое татуировка вообще просто? Любая татуировка, чем является? На тонком плане. Но на эфирном теле я это вижу как грязь какая-то. Вот именно как вроде взял и кусок грязи бросил. Но это идет, как, знаешь, как тавро, как вот как клеймо. Клеймо — это тот, значит, человек, если у него есть это клеймо, значит, у него есть какой-то хозяин, это и есть принадлежность к какому-то человеку или к какой-то эгрегориальной структуре, к чему-то, к кому-то, кто может им управлять. Это как разрешение пользоваться энергией, это как принятие человека в общество, сообщество кого-то. А сообщество кого, как правило? У кого? Татуировки. Но изначально и что сейчас? Сейчас это молодежная культура, субкультура. Сейчас это идет уже наслоение, как один на другой натягивается эгрегор, знаешь. Но в принципе здесь идет наслоение на уровне антисоциального чего-то. Это идет на уровне асоциального. Вначале тот, который пониже, наверное, тот, который был изначально, я так вижу, что пониже, повыше, это все-таки, да, это тюремный эгрегор, это принадлежность к людям, которые имеют, скажем так, более тяжелую судьбу, если можно так выразиться. Я не говорю сейчас о степени вины или невины, я говорю о том, что у них судьба больше как искорежена, поломана, тяжелая более. Ну, энергетика такая, да. Эгрегор, они, как правило, выкачаны и прочее. Да. Получается, любой, кто делает татуировку, неважно, мужчина или женщина, подключается к этому базовому эгрегору, который в основе лежит, получается, подпитывает его и принимает его правила, да, условно, да?
Да, и принимает информация. программу этих людей на себя. Вот судьба более поломанная, более сложная, более искореженная. Конфликт с обществом, Конфликта негармония. асоциальные, негармония, да, или идет программа асоциальности вот на человека, идет негармония, соответственно. И какая-то вот мне идет черты характера, как по-другому немножко перестраиваются, как более низковибрационные какие-то вот чувства начинают преобладать. Ну и Я карма, не соответственно, Да, я там не все говорю, что закреплено. это там они агрессивные все, но как бы этого преобладает, становится больше, чем обычно до этого, скажем так, действия. С пространством вариантов у татуированного человека что происходит? Изменения есть? Да, с пространством варианта есть изменения. Это идет. Человек отказывается от своей свободы. Как может быть полезные и хорошие ему вот варианты. Это же противоестественно, скажем так. Это против закона Вселенной. Закон Вселенной, он предрасположен к тем людям, которые хотят освободиться или которые чувствуют себя свободными. А здесь, если человек добровольно отказывается от своей свободы и приписывает себя к тем людям, которые не то что несут угрозу, но те, которые асоциальны, скажем так, это изначально вот. Ну вот, видишь, как на них как карма падает тех всех, или Вселенная меньше к ним предрасположена, скажем так. В случае с женским вариантом, если мужчина делает тату, вот я видел там, не знаю, видео пару раз, там было здоровый мужик, там сам весь в татуировках, либо рокер, эгрегор такой тяжелый, либо тоже из мест лишения, и вот он женщинам, девушкам делает татуировки. Что происходит при этом на тонком плане? Сейчас посмотрю. Ну, это еще покруче, чем я говорила о пирсинге. Это через боль идет кодировка, это идет внедрение, вторжение, множественный прокол. Это все равно идет чувство, даже если это подавленное, но это чувство страха, это чувство боли, это идет чувство вот сжимания, принимания. Это тоже так подобно на то, что как женщины занимаются первый раз сексом с мужчиной, что идет перекодировка или внедрение чужеродной энергии. Здесь тоже я вижу через эти проколы, через этот боль идет, ну, внедрение энергии, вот именно Получается, на да, она сама боли. терпит и сжимается, но при Да, и принимает в то же время. полусексуальный контакт Да. же открывается на сексуальном плане. Это непроизвольно, как я это вижу. И многие проколы, да, получается, ввод иглой некой энергии. Множественно, Но да. на эфирном плане, на символьном, это лучше, чем секс, мне кажется. Секс вводится в жидкость с информацией, и она потом А это, а это, а это фиксируется. как бы, а это как бы остается, оно Да, зафиксировано, оно навсегда. идет уже, Под да, кожу. Под под защиту, кожей, под да. Кожа, это внутрь. же защита, а это под защиту, это прям внутрь. И женщина сама добровольно это принимает, эту программу, вместе с болью, страхом сжимается и принимает в И то же время. получается, связь остается, да? Я вижу, что та связь остается, и в то же время идет какое-то, как знаешь, как направление энергии в каком-то вот не очень правильном русле, или вот не то, что подчинение, но вот как-то вот не идет как русло, становится более таким изгибы, изгибы, поломы. Ну, не прямо течет энергия, а через вот этот идет немножко искривление. Но подожди, женщины же тоже делают татуировки. Ну, а вот там Женщинам. идет, если женщина женщине. Такой вариант. Но я уже как извращение вижу. Ты что видишь? Ну да, я вижу, это немножко неправильно, даже как та женщина, которая делает, она уже делает не то, что должна делать женщина. Она на себя в какой-то мере берет функции больше мужские, чем женские, да, делать множественные проколы и вносить свою информацию. Это для той женщины, которая Своей делает. волей Да. получается, да? Вот это идет, как она берет на себя функции мужчины немножко. И когда она делает женщине, той другой девочке, которая делает, допустим, я сейчас смотрю, да, это идет тоже как перепрошивка на неправильную энергию, на энергию, которая не гармонична изначально.
Да, это как... Она в обе стороны работает. Одна сторона мужиком свою волю фиксирует. Я вижу, да, что это две стороны, потому что так же тоже свою волю фиксирует она. Вот это не должно быть от женщины так идти. И получается, смотри, если какой-то эгрегориальный символ наносят, что происходит? Что образуется? Ну, это связь, это сразу как петля на человека идет, и идет откачка энергии, идет привязка человека к этому эгрегориальному символу. А эгрегоры и уровни вибрации людей, что выше правила? Ну, здесь я не могу так сказать, смотря какие эгрегоры и смотря какой человек. Ну, если, грубо говоря, эгрегор, ну вот иероглифы многие любят. Но это тянет Кости вниз. Я бы муравей. сказала, что это тянет вниз, это тянет человека на уровень муравья какого-то, или тянет человека на уровень того, к чему вот принадлежит этот эгрегор. Если это штрих-код, то человек вообще как бестоварный, ой, как без, ну как товарный какой-то идет. Да, некоторые ходят, что ты представляешь, татуировка, что Да, я видела тоже. молчу. Я тоже такое когда-то видела, я даже не думала о таком, что это человек как бездушный какой-то, как товар, потому что товар это обычно то, что не имеет души, он себя приписывает, на ранг переводит. И когда животных накалывают, это тоже, но некоторые говорят, что это как тотемное что-то, но этот человек подписывает и притягивает себя вот на нижний уровень. На, я не говорю, что животные это плохо, я говорю, что это уровень развития, более низкий человек все-таки более высокий должен быть Высшее уровень духовное развития. Да. отсекается, вот только животным Да. остается. Да. Это идет как привязка именно к животному. Вот и все. Ограничение. Ну Слушай, и, интересно. соответственно, это программирование идет, это достаточно серьезное на уровне, на символьном уровне. Любой рисунок, любая картинка, которая внесена в тело как информация, она имеет более жесткое программирование. Она очень жесткое имеет программирование. Вот там бабочка, там или даже цветочек, это все имеет свою символьную какую-то окраску, это все вносится, впечатывается, пропечатывается в человека. Это же не ручкой нарисовал, что смыл, поигрался и все. А это на уровне вот просто через боль краской вносится. Это не очень. Некоторые даже не идиотки, есть три степени неполноценности, дебильности, имбецильности и идиотии, а вот еще есть супер высокий уровень, то есть не знаю, долбоебки, вот я только так хочу их назвать. Они делают и пирсинг, и татушки, скажем, как бы мягче это сказать, на половых органах. Вот там есть грудь, там прокалывают татушки, пониже. Ну, во-первых, И это даже одно. бабочку иногда делают. Значит, вот одна есть. Женская, а другая природная, а другая вот они еще там крылышки. Вот, к примеру, такое. Вот с ними что происходит? Извини за подробность, просто бесит. Эмоции. Но это подчинение женской энергетики именно на инстинкты такого уровня. Это программирование на инстинкты такого уровня, соответственно, счастливую жизнь, долгую и долголетнюю с мужчиной, это как бы Вот, трудно как бы к этому запечатлеть. подвожу. И вот такая вот вся татуированная, то есть подключенная к там 3-5 эгрегорам, то есть к 3-5 мужикам еще одновременно при этом, которые делали ей вот эти татушки по несколько сеансов, несколько раз, там же не по одному разу получается, это 3 сеанса примерно, то есть 3 контакта, магическое число, 3 раза он ей вводил свою информацию, Закрепление да, шло, да? закреплял, да. То есть не один раз. Каждую татуировку, еще вот таких несколько татуировок на разных местах, да еще пирсинги все добавлены. И вот она такая вся красивая, в кавычках, и встречает именно вот свою судьбу молодого человека. Правило обычное, молодой человек, 20 лет, еще воля не очень сильная, пробить он всю вот эту вот херню своей энергии сможет? Не может. Она настроиться сможет для контакта? Нет, у них не будет нормального взаимодействия. Он у них будет или болезненный, или искривленный, или какой-то не очень правильный, неестественный, не гармоничный. Он, знаешь, вот как вот-вот-вот-вот-вот и не может Не пробить, потому сможет. что слишком много, да. Это или идет, они все-таки остаются вместе, но это уже не гармоничные отношения, а дисгармония мужского, женского. Или он просто уходит, отходит в другую сторону, здесь притягивается тот сильный, который может пробить вот эти все степени защиты, да. Но это не Сильные на всегда. каком уровне?
Но это не всегда ее судьба, скажем так, не всегда те, которые ей должны идти, как, знаешь, как родственные души, можно сказать, как-то вот так вот. Негармонично. А негармонично. Силы на каком уровне? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что у них все-таки низко, ну как тебе сказать, да, вот больше низкочастотные, они больше берут какими-то животными инстинктами. А белые люди, это... Ну, белые разные, но в основном у них идет высшая энергия, вот с верхних чакр она должна быть более развита, как бы, скажем так. Ну, это мы уже плавно переходим к следующему, к чему приводит половые связи с низкочастотными, с другой частоты. Да, это не низ, это не низкая частота, да, это всего лишь другой уровень частоты, да, другой уровень настройки и частотности другой, потому что все-таки по-разному немножко настроены. И потом женщина в силу неосознанности вряд ли сможет вернуться к этому уровню частоты и к контакту с такими же высокочастотными, либо, скажем так, не будем, дабы не быть обвиненными, на ту же частоту вернуться. Ладненько, какие-нибудь варианты есть от всего этого избавиться, если вот кто-то посмотрит, ужаснется и захочет как-то от этого ошибки исправить из женщин? Ну, как обычно, как и все ошибки, начинается исправление, ошибки начинаются из того, что нужно хотя бы осознать, что эта ошибка имеет место быть. Это, скажем так, первый шаг. Потом нужно это все попытаться исправить. Но понятно, что не то, что пойти лазером выжечь, хотя тоже вариант, но не очень хороший вариант, честно говоря. Но не знаю, Илья, как сказать-то. Скорее всего, просто осознанность и осознание того, что это плохо, что это опыт, который она пережила и который не очень хороший, это и есть метод исправления этого всего, потому что, ну как ты его... Потому что лазером по письке будет больно. Да, я говорю, это не очень хорошо. Извиняюсь за подробности, но такая тема. Но она очень важная, потому что я вижу, этот эгрегор расползается и проникает, и корежит судьбы многих-многих. Ладненько, спасибо, Мона. Надеюсь, все поняли правильно. Всем добра, останавливаем запись, всплываем.